stava, né? Я скажу и я надеюсь, парм в Дисе. Не, он не в Дисе. Паразит. Темно, вода ночная. Ага. Блин, почему так много тратит маны гроза особенно? Лучше я уем, может быть. Ну почти. А босса на ЛЕ вообще. Куда вот эта падла улетела? Вот это вообще жесть. Взяла, улетела за 50 километров. Все проки. Ну что сделал? Я понял, она испугалась моей волосатой совы. Интересно, что будет, если сову побрить? Куда, куда? Жесть. Оковы кидайте, пожалуйста.
Я правую ширяю. Путешествие Горгульи. Что? Напиши лучше в чат. Хочешь, пугов могу добрать. Тут где? Сразу. Я люблю слово ГБ уставить. Окей? Да, конечно. Чего? Я много возьму. А пан пойдет? Дайте шкаф. Слушай, вот, я брала вот этого мага с двумя еще челиками. Они соседи. Они там 190 одеваются. Танк, хил и ДД, вот. Я вот тебе напишу, где твои соседи. Может быть, зайдут? Не против взять вот этих вот челиков? Да пускай заходят. Там ДЦ и еще ГДК. Ну, я спрошу, они зайдут, нет? Подыхать, пока этот маг будет просто. Вот вначале инста сказал, стол стоит, блин, чтобы потом не просили.
А я не просил, ты сам поставил. Я хоть и не брал. Привет. Так, ну я тут маленький маг, которого позвали. Если что, я мало дамажу, извиняйте. Если что, этот, на пуле этот, шутить, не болтать. Что-то там с ДПС вообще. Я пока в диск пытался зайти просто. Вроде когда заходил, выкинули. Непонятно почему. Мы тебя дадим. Ты тактики знаешь же, я надеюсь?
Ой, я вообще на самом деле здесь первый раз. Если что, объяснять буду на, так сказать, по ходу. Хорошо, главное, чтобы было адекватно. Да, я сама адекватность. Я забыла сказать, у нас ЕПГП Лотмастер. Какой-то для новичков есть чат, если ты его видишь. Скачай оттуда ЕПГП и закинь ведоны. Пока что трэш. Окей? И так распределяем лот. Привет, где твой тотем? Этот маг, который мелкий, тебе надо, вот этот грудак? Сейчас посмотрю. Что грудаки не надо? Так, ну вот, которая грудь вроде надо. А Рика лок тебе надо? Не расслышал. Я даже не знаю. Это. Она, мне кажется, с этого получше, наверное, будет, да? Спасибо. ДЦ не так сделал. Табличка была у ДЦ? Да. Ничего не нажимала, да? Ну, пас. Нет, не надо. Ну, значит, если табличка есть, значит, работает. Ну, вот оно решается, будет он не умирающий или нет. А что не будет? Так, а я вот спросить хотел, тут с каких боссов идут у нас эти сет ледяного огня на мага? Квартальных боссов, ласт боссов. Там, самый последний на квартале. Еще есть. Мне вот в Наксе из-за этого сетика в основном. Много кто за него будет бороться, так что первый раз не думай, что все полутаешь. Да, я и не... Ну, посмотрим, как будет, как получится. Главное, что я хотя бы сюда попал. А где твои соседи? А что? Соседи, с которыми вы пришли в Гильдию.
там еще ДЦ. Да-да-да, знаю этот прист и ДЦ. Короче, один очень-очень просился к вам, но он что-то там сейчас занят. Кстати, можете его сейчас взять? Я ему еще что-то напишу. Прям с недобор. И политика такая, что лучше свои ходить, чем пугов. Так, ну это, ну он наш. Сейчас позову. Ой, ты же не против? Ну, рыбку бы поесть. Посмотрим, у нас вроде план заткнул. Дискорд. Кстати, вы рыбу ставили? А, вижу. Так, ну я ему написал, сейчас он напишет, кому там где. А, это кто? Это ГДК или ДЦ? У нас ДЦ есть. Ой, я что-то. Я в этих не разбираюсь. Это прист или. Нет, это этот. Как его? ДК. Да, ДК. Поставьте рыбку. Ща я оформлю рыбу. Возле меня. И Джей Джей тут прыгает. Кушаем. Уже его их поставил. Слава оказался быстрее. Да вой там этот совсем рыбу не жалеет. Ну, а приста не будет. Он там занят. Я сегодня аж Канди убил, прикиньте, вообще найс. Да, не успел, пардон. Так, что мне как, бежать? Не-не-не, ты бежать. Мой босс убьем. Ну, я полежу тогда, короче, ладно. Смотри, как нужно бегать. Да, учись. Видел. Учусь.
Я устала дисполить, мой не забывай этот шаман в пати кидать. ДТшку. Я одна осталась из шамана. Блин, дай, пожалуйста, потратил лаксусу. Спасибо. Да, хватит. Спасибо. Ой, ну чё, мы будем трэш чистить, да? Что, подлить, ребят? Что ты имеешь в виду? Этот, кто там? Креветка, надо тебе это, параш? Ну, у тебя такие же. А тут хосты больше вроде, да? Сколько у нас панков сейчас? Да.
Подождите, сейчас я шкаф поставлю. Может мне спрятаться в холику? Так, тут есть какие-нибудь хитрости, умности? Да. Тебе нужно будет бить. Бить босса нужно будет. Нет, ну помимо, я имею в виду бегать, типа, как на предыдущем. А то я сразу не понял, что вы делаете, а потом сдох. Под попкой босса, короче, стоишь и бьешь. Может, сейчас огурцы поставят и скажу, когда скушать нужно. Давай, Зрил, спекайся, когда будет окно. Этот... Молитва исцеления, там и круг исцеления. Только самомните мне было рано. Скажи, я веточка нужна, возьму. А, да-да-да, пардон. Не делал даже. Так сосредоточился, что даже, блин, на тот грудок не делал. Блин, ну, раньше просто я ни разу до рейдов не доходил. Максимум куда в гер. Антон. Дайте шкаф. А там он стоит, шкаф. Сзади. Ну, я не против, научусь. Надо когда-то начинать. В следующий раз до босса добегай со шкафа. То есть, типа, у босса ставить шкаф. Главное начать рейдить с адекватными людьми, а не с долбоебами, которые по 10 лет плеча одного дрочат, блядь, и новичков, блядь, грязью поливают. А как одних от других отличить? Ну вот, я поначалу не отличил. Если бы, блядь, Войда не встретил, так бы, наверное, в рейде. Вот тогда буду с вами тут держаться. Короче, ДПСа маловато, минус 2. Когда споры словят, ну, приличное количество там милики и РДД, тогда Геру дадим. Ну, там 3-4 споры появятся. А, по танкам первый я, потом Тагариус, потом... Клипса. На 50% друг с друга забираем. Окей. Сейчас как, Аркану или Фроста лучше? Просто в ком есть, в том и это и сиди. Просто сейчас. Я понял, просто мне чел один пишет тут, типа, выкинь нахуй этот, как его. Файер. Рыбу, пожалуйста. А что? Рыбу. Рыбу. Кого-то ставит. Слав, перекинь себя в пати со мной, с Ваней, чтобы видно было хп твое. Я так понял, до Т4 лучше Аркана, там дальше. До Т4, он вообще есть сейчас или пока не открылись рейды эти? Все вместе стояли. Что там, одна спора, да, была? Две споры.
Я походу спору словил, блядь. Она ж прям возле нас взорвалась. Да, мастер. Смотри, сейчас Рико гроссер рвет. Спору заберите. Начинайте цепухами, совы и три ретрика, начинайте хилить рейд флешками на этом окошке. Ваня, пока не забирай с меня, я 50 на 50 отдал. Старайтесь на фул рейд поднять. Хвоста ты отдавала на хп? Я отдал то, что. Да падайте, 5 лямов, вообще ничего.
А это что, типа берса была у него? Нет. Нет. Просто мы сдохли. Ну вот если бы Турбовый и Максус отдавали вспышки как пан, может было бы и получше. Блин, после такого респектуюсь в Аркану. Пошли на получение.